Привет, привет всем! Я в эфире. С вами Ирина Маркелова-Агапова. Ждем людей, когда будут подключаться к моей трансляции. Дома выключили свет, работа встала. Хорошо иметь мобильный интернет. Борис, зайди на мою страницу, посмотри, трансляция у меня идет. А то бывает такое, что я себя вижу, как будто идет трансляция, люди не подключаются, значит, она не идет. От чего это зависит, я не знаю. Ждем обратной связи, потому что меня никто не смотрит, значит, меня не видно. О, Борис зашел. А, все на работе. Два человека уже. Привет, привет. Кто подсоединился? Брожу по лесу. Борис тоже работает. Вот так мы работаем, а меня спрашивают. Ирина, как вы зарабатываете в интернете? На работу я не хожу. Уже года два не хожу. Вот, подключаются люди. Наконец-таки. Привет, привет. Дома нет света, значит, надо выходить гулять и проводить трансляцию, потому что есть мобильный интернет, и это очень удобно. Расскажу вам про розыгрыш, но в двух словах расскажу вам про проект «Всем миром», в котором я участвую с 2013 года. Проект международный, не имеет аналогов в мире, линейный маркетинг, и 11 ноября нам исполняется 6 лет. Работает с 2011 года. В проекте я с 2013 года. Жила еще в то время в общежитии. Сейчас я живу в трехкомнатной квартире. Спасибо проекту. Так вот, мы с моим мужем и партнером по бизнесу Борисом Маркеловым решили провести такой розыгрыш. Когда наберется у нас в совокупности 20 человек, которые вступят в проект и окажут финансовую помощь в размере $100 согласно маркетингу. И еще, под этой трансляцией, когда вы промотаете закрепленную запись, я сделала там репост из группы. Вот прямо сейчас посмотрите. Там написаны все условия. Ну, так как я сейчас гуляю в лесу, я не могу вам показать все условия. Вы открываете группу, там в закрепленном посте написано с 1 по 30 сентября, кто окажет финансовую помощь в размере $100, активирует свой кабинет, соответственно, за $5, тот будет участвовать в розыгрыше смартфона. Еще надо будет сделать репост закрепленной записи и закрепить эту запись у себя на странице и поставить свою реферальную ссылочку. И в комментариях надо сделать скриншот и указать, что у вас аккаунт продлен до 2018 года. То есть мы должны знать, что у вас аккаунт не просроченный и что вы в нашей команде. Осталось до розыгрыша еще 14 человек. Вот как только наберется эти 14 человек личных, которые зарегистрировались лично подо мной или моим мужем Борисом Маркеловым, в совокупности. Например, у меня 12, у Бориса 8 или у Бориса 11, у меня 9, неважно. В общем, если будет 20 человек, мы будем 1 октября проводить розыгрыш смартфона. Смартфон уже куплен. В предыдущих трансляциях я его уже показывала. С собой на улицу я его не взяла. И если не наберется 20 человек, значит, мы розыгрыш перенесем, и я об этом сообщу либо в трансляции, либо в этой группе в комментариях, потому что ту запись уже отредактировать будет нельзя. Как зарегистрироваться? Ссылка у меня в закрепленной записи. Смотрите презентацию, как это работает. Не надо вслепую регистрироваться. И для тех, у кого нет денег, тоже не надо просто так регистрироваться. Нам нужны серьезные, амбициозные люди, которые будут идти и становиться миллионерами.
регистрируйтесь, активируйте свой аккаунт за $5 через кошельки и вообще любые удобные способы оплаты. Яндекс.Деньги, Perfect Money, например, Kiwi кошелек, через карточку можно. Потом привязывайте единый кошелек к аккаунту и оказывайте финансовую помощь. У нас есть командный чат, в который мы вас добавляем и учим, как работать в интернете, метод приглашая, не приглашая. Мы никому не спамим, не делаем никаких рассылок. Люди к нам просто идут сами. Я расскажу методику. Стоит курс более 100 видеоуроков 1250 рублей партнерской программой. Если вы будете продавать эту методику, с первой продажи получите 15%, со второй и с последующих продаж получите 35%. В общем, задавайте свои вопросы. Если у вас вопросов нет, тогда заканчивать. Мы каждый день пишем, а так как у меня подписчиков и друзей в совокупности более 12 тысяч, мои истории смотрят, ну, какая-то часть людей, конечно, не все смотрят, и как только они заходят на свою страницу в новостях, у них отображаются истории. Я популяризирую свой бренд, люди смотрят, чем я питаюсь, какая у меня погода, как я гуляю, что я делаю, какие животные у меня дома живут, как я путешествую, как я зарабатываю в интернете, мои мысли, мои чувства. Вообще все-все-все я рассказываю своим подписчикам. И все больше и больше людей меня знают. Ну, смотрю, вопросов нет. Кто зашел недавно на трансляцию, можете посмотреть ее в записи. Спасибо за ваши репосты этой трансляции. Просьба поделиться для тех, кто не поделился. Поставьте лайки. И проматываете закрепленную запись и смотрите репост, розыгрыши, призов. Читаете все условия, открываете полностью и читаете. Все, я заканчиваю. Всем пока-пока.